Дорогие самаркандцы, дорогие друзья, дорогой Михаил Борисович, Сузанна, дочери, внучки, Леночка, Марина, Таня, взявшая имя любимой бабушки. Сегодня мы провожаем последний путь прекрасную женщину, которую мы очень хорошо знали, уважали, любили. Антонина Абаевна ушла из жизни после тяжелой болезни в возрасте 94 года. Но она оставила глубокий след в сердцах сотни людей, как замечательная женщина, добрая, веселая, гостеприимная, умная. Антонина Абаевна возраст не помешал детей сохранить энергию, ум. Она, уже сказали об этом, 50 лет посвятила свою жизнь педагогической работе, народному образованию, была директором школ, была депутатом городского совета, была награждена орденами, медалями. Ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Республики Узбекистан». Она, Антонина Абаевна, прожила долгую, насыщенную жизнь. Она в то же время пережила зловещие годы сталинских репрессий, годы доносов, провокации, которые